Дорогие друзья, всем привет из вечернего Иерусалима. С вами, как обычно, Павел и Лариса. Иерусалим на несколько дней серьезно преобразился, окрасившись цветами оригинальных световых инсталляций. В этом сюжете мы покажем вам вечерний Иерусалим, период фестиваля «Вслед за светом». Фестиваль был подарен как компенсация жителям города за то, что ежегодный международный летний фестиваль света в Иерусалиме в 2020 году не состоялся по причине эпидемии. 21 объект впечатляющих световых инсталляций распределился по всему городу. В работе над ним приняли участие израильские художники по свету. Этот мост был своего рода юбилейным и 40-м по счету для его архитектора. Строительство моста завершили летом 2008 года. По словам автора проекта, мосты – это инструменты мира. Они объединяют пространства, которые ранее были разъединены. Благодаря им люди могут встречаться и на мостах назначать встречи. Этому струнному мосту и шедевру работы знаменитого испанского скульптора Сантьяго Калатравы мы уже посвящали с Ларисой отдельный сюжет, где рассказывали историю его создания. Вы можете посмотреть этот фильм, перейдя по ссылке сверху. Теперь в рамках этого фестиваля каждые 5 минут проецируют красочные световые работы, которые мы сейчас вам покажем и которые вы видите за мной. Известный отель Иерусалима построен в 1973 году. Это Краун Плаза. 20-этажный отель. Поднимается он на высоту 95 метров. Но как же не выбрать такой выдающийся архитектурный объект для цветовой инсталляции? Посмотрите на фасад здания. Это самый настоящий холст, на котором вдруг появляются яркие картины из света. Это как будто бы живой холст. И
танец цветов, танец форм и так далее. Это чтобы наши пустующие гостиницы не были так обижены. Немножко их развеселить. Здание еще одного отеля окрашено графическими узорами. Это отель Гарцион, гора Сион в переводе с иврита. Здание было построено еще в 1882 году как глазная клиника орденом английских рыцарей Святого Иоанна. В разное время здание служило и госпиталем, и даже складом оружия. С приходом британского мандата над Палестиной его отремонтировали, а рядом выстроили здание шотландской церкви святого Андрея Первозванного. Световая инсталляция окрашивает и отель, и церковь. Thank you.
Этот мост для пешеходов, ведущий в синематеку, осветили так, что он стал как бы рамкой для панорамы на старый город. Это мост Высшего суда справедливости Израиля. В 1992 году Высший суд справедливости получил, наконец, свое постоянное здание в Иерусалиме. Архитекторами проекта стали Ада и Рам Камри. Прямая линия, которую вы видите, символизирует закон, а полукруглая – справедливость. Световые линии показывают нам мост Высшего суда справедливости в совершенно новом, можно сказать, световом образе. В эти дни получил не совсем обычное освещение и туннель, посвященный памяти Ицхака Рабина. По 17 львов с каждой стороны тоннеля провожает в путь проезжающие машины. Празднику Пурим, дни празднования которого проходит фестиваль, украсили не только туннель, но и самих львов. Мы уже касались символической темы львов в геральдике и символике Иерусалима. Если интересно, смотрите, перейдя по ссылке, наше видео «Город и львы». Эта часть стен старого города неоднократно служила полотном для световых инсталляций летними днями Международного фестиваля света. И сейчас она тоже в числе объектов. Стены Иерусалима неоднократно разрушались и восстанавливались вновь. Иерусалим восставал из пепла. И мы видим это, наблюдая за световыми проекциями. Эти стены были восстановлены в 16 веке при турецком султане Сулеймане Великолепном, о чем свидетельствуют многочисленные памятные таблицы того времени, расположенные вдоль всей стены. Длина стены по периметру почти 4,5 километра. Стены и ворота 300 лет охранялись турецкими солдатами. Ворота закрывались при закате солнца и открывались только на следующее утро. Ночью не войти и не выйти.
Так было до 19 века. А потом стали вырастать районы вне этих стен. Появился Новый Иерусалим. Постойте немного у стен старого города Иерусалима вместе с нами. Thank you.
Световая инсталляция окрасила также и древнюю цитадель, известную под названием «Башня Давида». Свое название цитадель получила от христиан – византийский период. Они считали, что именно здесь находился дворец царя Давида. На протяжении веков различные завоеватели вносили сюда свои изменения. В апреле 1989 года при участии мэра Иерусалима Тедди Колика здесь был открыт музей истории Иерусалима под названием «Башня Давида», где можно проследить всю историю города. Свет поднимается сквозь трещины в камнях и стены башни, просачиваясь через окна и заполняя собой весь фасад, даря символ надежды лучших времен.
это здание Кнессета, нашего израильского парламента. Это второй дом Кнессета в Иерусалиме. Кнессет сюда переехал в 1966 году. И в этом же году состоялось официальное открытие. На парковке Музея Израиля тоже развернулось световое представление. Не выходя из машин по ходу медленного движения, желающие увидеть эту необычную выставку экспонатов музея могли даже сделать фото и видео на память. В этом медленном движении машин никто никого не торопил и не подгонял сигналами. Музей Израиля был основан в 1965 году. Он хранит богатую коллекцию предметов искусства и археологии, что сделало его одним из ведущих музеев мира. Это музей книги. Здесь собрана коллекция знаменитых кумранских свитков Мертвого моря. Thank you.
Мы приехали в парк Рабиновича. Так он называется по фамилии жертвователя. Человека, который пожертвовал средства на вот эту скульптуру. Скульптура необычна и, может быть, даже выглядит слегка угрожающей и устрашающей. Поэтому в народе у нас ее прозвали Мифлетис, что значит чудовище. Но на самом деле она может страшить кого угодно, но только не детей. Дети обожают эту необычную горку. Скульптура эта называется голем. В еврейской мифологии это существо из глины, в которое вдохнул жизнь Рав, лев. И существо это начало расти, пока не превратилось в великана, для защиты еврейского народа. Этот голем женского рода по замыслу его автора, известного скульптора и художницы-авангардистки Ники де Сен-Фаль. Вот она такая громадная стоит на страже детей и своими необычными глазами строго за всем следит. Скульптуру заказал легендарный мэр Иерусалима Тедди Колик. Но комиссия по паркам Иерусалима была категорически против такого дружелюбного монстра. Посчитали, что она напугает детей. Но Тедди не собирался отступать, и он попросил второго голосования. Сама автор Ники выдвинула аргументы в пользу своего творения. Она настаивала, что такие вещи, наоборот, полезны и помогают детям победить свои страхи. Скульптуру установили в 1972 году, и дети эту горку полюбили сразу. И уже несколько поколений детей с удовольствием катаются с горки вот такого удивительного монстра. Корона, украсившая скульптуру, тоже дань празднику Пурим. А почему бы не принарядиться в королеву хозяйки этого парка? Мельница Монтефиори – одна из визитных карточек Нового Иерусалима. Построена на средства еврейского филантропа Моисея Монтефиори в 1857 году. К празднику Пурим нарядили и мельницу в некое веселое существо. И хоть она не значится среди объектов фестиваля, но мы все же решили ее тоже показать. Посмотрите на это световое представление. Светопроекция освещает внешнюю часть торгового комплекса Мамила-авеню. Его пешеходная аллея выводит прямо к стенам старого города Иерусалима. Торговый променад появился здесь в 2007 году. Это весьма привлекательное место и для иерусалимцев, и для гостей города. А если интересно узнать немного подробностей об этом комплексе, то вот вам ссылка. Thank you.
автопарковка на месте старой железнодорожной станции. Еще у Явских ворот мы видели вспышки яркого света. Оказалось, что это отсюда. Здесь нас ждала дискотека без танцоров. А когда-то станция принимала поезда с паломниками из разных стран мира, в том числе и из Российской империи. Прибывшие в Иерусалим отсюда направлялись в сторону старого города. Мы же пришли от старого города сюда. Город веселится. Ведь фестиваль проходит в дни веселого еврейского праздника Пурим. Это здание первой железнодорожной станции в Иерусалиме. Она была открыта в 1892 году как конечная станция первой в стране железнодорожной линии Яфа-Иерусалим. Станция работала вплоть до 1998 года. С 2013 года здесь располагается туристический развлекательный комплекс под названием «Первая станция». Для любителей езды на велосипеде подготовили отдельный сюрприз в виде взлетающих светящихся велосипедов. Мало того, по дорожке можно проехать на велосипеде до Крестного монастыря, который тоже стал одним из объектов этого фестиваля. Восточную часть музея Израиля тоже преобразили. Получились яркие цветные кубики. Современный музей имеет множество тематических залов. Свет кубиков призван подчеркнуть их разнообразие.
За мной, вы видите, красиво переливается разноцветными цветами инсталляции световой знаменитый греческий православный монастырь Креста. Вообще, первое упоминание о нем есть еще и конца 4 века. Есть местное христианское предание, что еще царь Константин пожертвовал его грузинскому царю Мириаму. Местное христианское предание говорит о том, что в этой долине Креста выросло дерево, из которого впоследствии сделали крест, на котором распяли Иисуса Христа. Световая инсталляция появляется как сюрприз для проезжающих по этой дороге. И действительно, кто же ожидает увидеть похожий на крепость монастырь в таком световом решении необыкновенном? С этой смотровой площадки Иерусалим как на ладони. Это еще один объект на нашем пути. Мы успели снять видео буквально последних секунд лазерного шоу, пронизывающего весь город. Это красочное здание – Иерусалимский театр Хан.
Что такое хан? Постоялый двор. Этот хан был построен на руинах постоялого двора времен крестоносцев. Он обслуживал караваны путешественников, которые прибывали с наступлением темноты, когда ворота старого города были закрыты. Театр под названием «Хан» открыл свои двери в октябре 1967 года по инициативе Тедди Колика, мэра Иерусалима. Было получено пожертвование для восстановления разрушающегося здания. Здесь сохранились живописные арки и дворы. Комплекс «Хан» включает в себя два зала. Основной зал на 238 мест, где демонстрируется большинство основных постановок театра, и второй зал на 70 мест, используемый для концертов и встреч. Фестиваль не был многолюдным, да и какое многолюдие в наши времена. Совсем немногие, как мы, объехали весь город, чтобы посмотреть на все объекты сразу. Нам понадобилось два вечера. А я все время думала о том, что было бы очень здорово хотя бы раз в неделю на постоянной основе вот так раскрашивать город. Дорогие друзья, в Иерусалиме 12 ночи, 6,5 градусов температура. Погасли волшебные огни инсталляции. Разве что остались, смотрите, веселые велосипедики, стремящиеся в небо. За нами идет замечательный шакал прямо из израильского парламента. Смотрите, вот перешел дорожечку. Он не боится ни 6,5 градусов, ни людей. Гуляет здесь абсолютно по центру западного Иерусалима, из которого мы вас еще раз приветствуем. Желаем здоровья, успехов всяческих и до следующих встреч. На следующей неделе. На следующей неделе. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами.